Моя фамилия Бажов. От слова «бажить», что значит «колдовать». Отсюда слово «набажил», «наговорил», «напророчил», то есть. Сказы не зря придуманы. Ины в покор, ины в научение, а есть и такие, что вместо фонарика впереди. В детстве пришлось мне 3 года провести в Полевском заводе. Жили мы за рекой, почти у самой горы Думной, в небольшом домике. «Пойдем на гору сказки слушать», — пригласил меня один из первых моих полевских приятелей. «Сказки? Что я, маленький? Пойдем. Сегодня на карауле дедушка Слышко стоит. Он занятно сказывает про девку Азовку, про Полоза, про всякие земельные богатства». «Про наших златоустовских сдавна сплетка пущена, будто они мастерству у немцев учились. Только этот разговор в половинку уха слушать надо. Вот тогда и поймешь, как дело было, кто у кого учился. Народ, конечно, не богатый, а конь да булат у них такие случались, что век не забудешь. Иной раз такой узор старинного мастерства на ноже либо сабле покажут, что по ночам тот узор тебе долго снится». Было это в ту пору, когда Златоуст еще заводским поселком в казенных документах значился. Местные мастера только-только открыли тайну булатной стали. И из стали той оружие варить начали. Крепкое, добротное, холодное. Так Златоуст превратился в крупный центр военного производства. А в 1815-м здесь и своя оружейная фабрика появилась. Только город-то прославили не те холодные клинки, что в бою закаляются, а те, что после победы триумфаторам вручают. С основания Златоустовской оружейной фабрики здесь сделали не только строевое оружие, но и украшенное оружие. То есть, по сути дела, это были произведения искусства, которые пользовались большим успехом и при дворе, и за рубежами нашей страны, получали медали. Были сделаны интересные изделия, которые показывают Чебаркульский метеорит. Вот он здесь на вершине. Это холодное оружие с Чебаркульским метеоритом. Так скажем, кусочек истории, запечатлен на металле в стиле холодного оружия. С тех пор ровно 2 века минуло, но блеск златоустовской стали, украшенный золотом, серебром, драгоценными камнями, витиеватыми узорами, слепит глаза всякого это чудо узревшего. Местные мастера изобретательны, новыми диковинками не устают удивлять. Кортики, мечи, доспехи, даже пушки – и те здесь только в мирных целях искусству служат. От этого украшательства клинков родилась и гравюра на металле. Тот оружейный завод на старом месте стоит. В нем почти так же, как и 200 лет назад, златоустовские умельцы превращают холодную сталь в шедевры. Вся фактура, вся графика набирается точками. Точки превращаются в объем, создают иллюзии света, иллюзии тени, иллюзии полутени. Все это выполняется на металле. У заводских художников своих приемчиков припасено немало. Этот художественный прием, например, называется пуантилизм. Мастер все от начала до конца пишет точками. Гравюра на металле вырисовывается отнюдь не красками, а особым лаком. Он еще битумным зовется. Когда мастер поставит последнюю точку, гравюру обольют соляным раствором, кислотой, что в мире искусства, безусловно, кощунство, но не здесь. Здесь это по-научному травлением называется. Волшебному лаку кислота нипочем. То, что им написано, потом будет выпуклым, а там, где лака нет, кислота разъест, поверхность станет матовой. Сегодня вывести кистью местные умельцы могут даже эффект 3D. Но сначала лаком рисуются темным все изделия. Ну, рисунок.
Потом можно размывкой светлым лаком рисовать. И когда уже травится, получается как многотравление. Ну, первая травка, она поглубже, вторая уже еще это самое. И так получается. Выводить узоры по стали местные мастера у европейцев научились. Для того-то в 19 веке в Златоуст оружейников из Пруссии пригласили. На деле немцы нашим только первые штрихи показали. Говорят же, в любом творчестве рукой художника сам Бог водит. У местных мастеров это во всех смыслах получилось. Гравюру и иконы в то время одна рука писала. Так как мальчики были детьми иконописцев, то они знали прекрасно иконопись, знали работу кистью, а немцы нам привезли работу иглой по металлу. Наши мастера смекалистыми оказались. Всего за 3 месяца научились, как правильно рисовку наносить, как сталь полировать, как золотом украшать. Спустя века уральские мастера по-старому работают в основном кистью. И нет-нет, да и промчится где-то крылатый конь. Но про него речь дальше пойдет. Ну, Иванко и принялся за работу. Дело ему по-настоящему сказать знакомое. Одно беспокоит. Надо в чистоте от немца не отстать и выдумкой перешагнуть. На том давно решил. Буду рисовать коня на полном бегу. Поглядел Иванко, чует, ловко рисовка к волновому Булату пришлась. Живыми коньки вышли. Взял да и приделал тем конькам крылышки. Словно живые кони с крылышками в Златоусте повсюду скачут. Античный Пегас, любимец муз, сюда, в край металлургии, как будто с самого Олимпа спустился. Летящего скакуна можно несколько раз встретить на улицах города. Стремительный лихач вот-вот, кажется, с герба Златоуста соскочит, и след его простыл. И, разумеется, проскакивает он частенько на работах местных умельцев. А придуман сей крылатый конь был полетом фантазии мастера Иванка, Ивана Бушуева. Трудился такой гравер на оружейной фабрике. В библиотеке оружейной фабрики имелись большие листы гравюр. Это и древнейшие вооружения, это и античные сюжеты. И вот оттуда он и выбрал, по всей вероятности, того самого Пегаса. Бушуев в свое время был личностью известной, и не только в стенах оружейного завода. В Златоусте уральскому мастеру даже возвели памятник. Именно ему, крепостному художнику, на заводе поручали важнейшие государственные заказы. К доспехам для маленького цесаревича, будущего царя Александра II, и Иван Бушуев руку приложил. 3,5 года 32 мастера изготавливают вручную шлем и латы. Все рисунки на них – дело рук Бушуева. Это не просто красивое сочетание величественных образов. В доспехах зашифрован код, каким должен стать будущий император. Орел держит лапы на дубовых ветвях, будущие победы императора. Львиные маски, мужество, крепость, головка медузы Горгоны, мудрость. На доспехах проскакивает все тот же крылатый конь. Это уже ни много ни мало, а личная подпись мастера. Но одним скакуном художник по стали не ограничится. Бушуев – первый, кто на тонком лезвии сможет поместить целые батальные сцены. На клинке разыгрывается настоящий бой, где центральное место впервые занимает не полководец, а простой солдат. Бушуевские баталии можно приметить и на эскизах современных оружейных художников. Правда, с некоторой разницей. Ну, нельзя сказать, в стиле Бушуева сделано. Здесь будет объемная резьба, то есть фигурки будут объемные. Ну, то есть барельеф. У Бушуева, допустим, у него была кистевая рисовка. Ну, а крылатый конь словно будет перескакивать от клинка к клинку. Но каждый раз мифический Пегас будет представать в новом образе. Он, как полет творческой мысли, никогда не повторяется. Генерал, как углядел эту саблю, сразу ее ухватил, долго на коньков любовался, заточку осмотрел, все винтики опробовал и говорит:
Много я на своем веку украшенного оружия видел, а такой рисовки не случалось. Видать, мастер с полетом, крылатый человек. С той вот поры Ивана Бушуева и стали по заводу крылатым звать. Златоустовские ножи и гравюры не рисовкой единой на весь мир славятся. Холодные стальные клинки и металлические гравюры становятся намного дороже, если украсить их драгоценными камнями и чистым золотом. В прежние времена златоустовские мастера работали с ртутью, что, безусловно, наносило неоспоримый вред здоровью. Тот же Иван Бушуев уходит из жизни рано, мастеру около 40 лет. В наши дни на оружейной фабрике талантами не разбрасываются. Никакой ртути на производстве. Изменилась немножко техника. Раньше золото наносили путем, скажем так, амальгамы. То есть золото, ну я так говорю приблизительно, золото мешали с ртутью, путем наносили специальную подложку и рисуя как бы ртуть, то есть рисуя вот этой краской, потом ее выпаривали. Ртуть уходила и золото оставалось. Золотой сталь делают в обычных заводских цехах простыми рабочими руками. Изделие помещают в неприглядную ванночку. Гальваника – покрытие золотом. Это процесс, происходящий на грани фантастики и законов физики. Частички золота находятся сейчас в жидком состоянии, как бы в ванне. И под воздействием прибора, вот тока, все эти частички начинают прилипать к самому изделию. И образовываются вот напыление вот золотого эффекта. Золотые изделия из рук рабочих заводчан выходят как из рога изобилия. Достаточно всего 3 минут. Вот она золотая у нас вышла, покрылась. У нас здесь тоже очень сложный процесс получается. 3 ванны, чтобы золото не осталось лишнее, которое не село на самой деталечке. Золотые руки нужны, чтобы работать и с серебром. Нередко металл 925-й пробы заменяет собой более дешевую сталь, и всю работу мастер ведет по дорогому металлу, вырезая прямо на серебре замысловатые узоры. Отличается, потому что совершенно другой металл, он очень мягкий, то есть тяжело подрезать, вязкий. Немного. Приходится работать очень осторожно. Ну, конечно, работа с серебром занимает больше времени, чем с другим металлом. Вот так как металл благородный. Никакое золочение и серебрение не сравнится с синением. Это поистине сказочный процесс. Внешне нет в нем дорогого блеска, но вот ярких красок столько, что диву даешься, когда серый металл мгновенно становится фиолетовым или голубым. А красят сталь отнюдь не красками. Погружают изделие в горячую печь и кипящую воду, а достают через несколько секунд уже разукрашенное, как будто подменили. Гравюры на металле, что живописные полотна, только им ничего не страшно. С легкой руки уральского мастера они многие века еще искусству служить будут. Годы пройдут, а они останутся. А крылатых, вернее окрыленных мастеров на оружейном заводе и сегодня осталось предостаточно. Главное в деле, как Бажов сказывал, живинку найти, чтобы работа по душе была. Вот у меня была такая, в общем-то, мечта, чтобы какие-то определенные произведения художников запечатлеть на металле. Почему? Потому что проходит время, картины могут гореть. Если использовать наши технологии, то такие полотна или реплики на такие полотна, они остаются на долгое время. Они не подвержены времени, огню, пожару и так далее. Теперь, брат, никуда не уйдешь.
Поймала тебя живинка, до смерти не отпустит. Ты к низу глядел, но то значит, что сделано. А как кверху поглядел, как лучше делать надо, тут живинка тебя и подцепила. Она, понимаешь, во всяком деле есть. Впереди мастерства бежит и человека за собой тянет. Так-то, друг.